Энергетики отключают энергетиков. Архэнерго намерена обесточить офис Архэнергосбыта. По сообщению газеты «Бизнес-класс», сейчас долг сбытовиков превысил 2 миллиарда рублей. Лампочки в одном из административных зданий смогут погаснуть уже 10 июня. По словам руководства Архэнерго, они вынуждены идти на такие непопулярные действия. Ограничения продолжатся до тех пор, пока компания не урегулирует график расчетов платежей. Напомним, с начала 2013 года Архангельская сбытовая компания прекратила оплачивать текущие платежи за услуги по передаче электроэнергии. Сейчас деньги перечисляются только по судебным актам.